Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой город. Красивые вишни, какие вишни. Все так симметрично, и аппетитненько. Причем пахнет, чувствуется. Всем приятного аппетита. Будем завтра. Наконец-таки я за рулем. А то отпуск, то муж оккупировал руль. Он же еще в отпуске. Поэтому, наконец-то, я поехала в офис Oriflame. Надо поработать. Ну, правда, ребят, ну, надо уже работать же, да? И, наконец-таки, я за рулем, а то когда он, всегда уже он за рулем. Ура! Я еще тот автомобилист. Что, у нас солнечно, прекрасно, ветер, правда, холодный, но а так все замечательно вообще. Мы собрались ехать за город. У нас вроде как началось бабье лето. Первый день тепла. Но перед этим заедем в торговый центр, гостиный двор. Я там присмотрела такой гаджет. Мой, вообще суперский. В магазине, ну, в отделе, там на вкус и цвет. Он, наверное, в разных городах есть. Вот, там, в общем, это селфи-палка и... Как она называется? Трипод. И трипод. Там прикручиваются ножки. И, в общем, есть пульт управления, чтобы ставить себе, снимать удобно. Ну, в общем, что, все, что нужно для видеосъемок, чтобы были свободны две руки. Ну, в общем-то, хочу такой гаджет сейчас купить. Есть он там в желтом, в синем цвете. Жаль, что нету в розовом. Ну, в общем, дети говорят, мам, бери в голубом. Ну, вот в синем цвете, он такой синий. Кто говорит, вон в желтом. Так что, в общем-то, подъезжаем. Сейчас я уже... куплю этот гаджет, потом вам его покажу уже. Там нужно будет к нему скачать какую-то там программу. Приложение. Да, приложение, программу, чтобы телефон, в общем, с этим пультом был связан, и, в общем, все это работало. Ой, вообще, да, техника суперская. Только придумали эти селфи-палки, как уже селфи-палки уже с пультами, уже с чем только нету. В общем, супер-супер гаджеты. О, видишь, как, откуда? Ты можешь управлять этим гаджетом, да? Мы уже купили эту палку. И я вот ее держу, а пульт, получается, у ребятишек. Давай пульт покажем. Вот такой вот пультик. В общем-то, и вот сюда нажимаешь на серединку. Ну что, мы уже за городом и опробуем вот эту палку селфи. Вы теперь видите, что у меня ручки-то свободные, потому что пультик-то здесь. Ну, в общем, мы уже перед тем, как поехать за город, успели заглянуть в магазин Fix Price и что же мы там интересного нашли. Настюха очень хотела вот этот вот держатель для телефона. Это вот такая вот штучка, которая крепится на заднюю часть телефона или на чехол, который у вас есть у телефона. Видите, с этой стороны есть вот такая вот липучка. Вот эта липучка. А вот так будет выглядеть. То есть это кольцо вам будет позволять держать телефон. Будет как подставка. Ну, в общем-то, она такая довольно-таки вот такая вот плотная штукенция. Так, следующее, что я вам покажу, это вот Настюхе купили такие носочки красивенькие. Здесь получается волки, воющие на луну, синего цвета, были разных расцветок. А здесь вот такая вот лисичка, в общем, с елочками, с деревьями, с фигвамом, в общем, совсем, чем хотите, да. Следующее, что за 55 рублей купили вот такую вот как раз-таки чай попить, хорошо, вот такие трубочки. Вчера еще их, кстати, брала, уже опробованные, кстати, классные. Вот такие трубочки, 55 рублей. А пока мы тут с вами, это Настюха уже наклеила. Смотрите. Под телефон. Косовато или я косо держу. Ну, в общем, такая штука. Вот так вот. О! Смотрите, я держу телефон. Он держится все прекрасно. А эта штучка крутится. А, она даже крутится. Вообще гаджет какой. Там есть и цветочки, или еще что-то. Ну, в общем-то, вот такая вот штукенция. Чтобы вот так держать. А следующее, что мы купили, это вот такие вот вафли сливочные. 25 рублей вроде бы они стоят в магазине Fix Price. С ароматом, со сливочным ароматом. Следующее, думаю, пока раз уж забежали, надо все купить. Паста Collection по 25 рублей, макароны разного вида. Тут такие, такие, в общем, неважно какие, они все хорошие. Следующее тоже из... Паста Collection. Вот такие вот уже макароны, которые такие вот длинные. Тоже по 25 рублей.
Следующее. Это вот такие вот конфетки. Конфета марсианка Мокко. 55 или 51 рубль. Уже точно не скажу вам стоит. Ну, примерно так. И появилась вот такая вот новинка. Я очень ее хотела. Это Ласка. Эффект восстановления цвета. Интенсивное стойкое сияние. Написано на 16 стирок. Гель для стирки. Вещи как новые. 1 литр Хенкель. Стоимость 99 рублей. Ну, в общем, давайте понюхаем. О, как плотно закрыто. Понюхаем аромат. Так. Приятно пахнет. Мне нравится. У меня когда-то раньше ласки были разные. Что-то давно я не покупала. Но раз в фикс-прайсе вот уже появились, это как новинка. Ну, что бы не купить, что бы не взять. Такая супер-супер новиночка. Так, ну что? Вроде все показали. Да, вроде все покупки. Дома вам покажу вот этот гаджет и покажу вам сравнение, какие у меня уже были селфи-палки. И, может быть, вы для себя подбираете селфи-палку. И я вам расскажу, какие были для меня удобными, какие нет, и к чему я вот уже пришла на данный момент. Так что это уже покажу вам дома. Шашлыков идет уже полным ходом. Но уже почти все. Максим надевал, в этот раз похолодало, я теперь свободна шашлыков. Сейчас будем жарить, кушать. Нет. Это какая у нас осень. Золотая. Балдежники. Сейчас будет уже шашлык готов. В футбол играли с папой 5-4, я проигрываю. Вот это да. Настюха еще замерзла, что ли? Тулупчики-то в дедом. Ну что, когда уж готово-то будет, а? А то уже... Да, уже, наверное, готово. От аромата-то уже слюньки текут. Что уже готово. Я не знаю, чего они там ждут, но уже несем пробовать. Всем приятного аппетита. Зачем туда уходите-то? Вас там и не видно. Ой, устала я. Вот такую вот селфи-палку я купила. Это у нее пульт, который снимается и становится он отдельно. Можно его вообще отдельно носить и к нему есть вот прицепить, если куда-то. А так вот он крепится, вот это вот основание. Сюда вставляется телефон, она метровая. И самое интересное, что это чехол есть вот такой вот в комплекте, как бы прорезиненный, знаете, он такой какой-то вот на ощупь, как гидрокостюмы для плавания. А, так, что еще? Вот такой вот шнурочек есть в комплекте. И вот такая вот тренога. Вообще, вот она, видите? Вот она, тренога. Она так разбирается, прикручивается к вот этой вот палке и замечательно стоит. То есть, и вот такая вот покупочка. А, палка мне обошлась. Вот. Видно, 2590. Все вот в этом месте. И вот это была в подарок. А, если здесь батарейка сядет, то она меняется, и можно ей в дальнейшем уже пользоваться. А, что еще интересное, здесь, когда откручивается, можно камеру GoPro крепить, которая у нас тоже есть, поэтому будет тоже удобно. Но камере GoPro уже вот этот пульт будет не подходить, и работает он через Bluetooth. Если скачать дополнительную программу, можно через нее снимать, и тогда уже действуют кнопки плюс-минус, фото-видео переключать. В общем-то, такой вот гаджет, чему несказанно рад. Ну и давайте я вам покажу все те еще селфи-палки, которые у меня были, есть. Первую селфи-палку, которую я купила, это вот такая вот селфи-палка. Она тоже раскладывается, она вот такая вот металлическая, длинная. Здесь на ней есть также кнопка под разную... Вот она. Что-то не работает уже, оказывается. В общем, она тоже здесь регулируется под разный телефон. И смысл в нее в чем? Что ее нужно заряжать.
и включать. Если же она у вас полежала, она не заряженная, вы решите ей воспользоваться, в общем, ничего у вас не получится. Она, ну, также вот у нее все, в принципе, угол наклона есть и все. Но я от нее не в восторге. Я, когда ее купила, от нее, ну, как ожидала, что я буду ей пользоваться, что она мне будет востребуема. Получилось так, что она вообще у меня получилась как-то неиспользуемой, невостребованной, но она не очень-то удобна. Хотя она вот можно на разный, вообще на большой телефон. Ну, как бы я недовольна вот такой палкой. Если вы для себя что-то ищете, вот эта палка уже прошлый век. А, вот такая вот селфи-палка с проводком. Очень классная. Я ее очень люблю. И даже при всем при том, что вот я сегодня купила вот этот новый гаджет, я для чего купила? Чтобы вот так с вами можно было общаться. А, вот. Но вот с этой вот селфи-палкой я расставаться не хочу. Она также здесь все фиксируется на разный телефон, кнопка. Очень хорошо она раскладывается. А, и в отсек для наушников вставляется вот этот вот уже проводочек, и кнопка работает. Она очень удобная, потому что она хорошо, знаете, вмещается в сумочку женскую, маленькую. Я уже много раз с ней везде путешествовала. Смотрите, она какая маленькая. То есть, если у вас маленькая сумочка, войдет и селфи-палка, и плюс телефончик войдет, и вы сможете уже, когда нужно, в своих путешествиях достать, там, поснимать, пофотографировать для селфи. Она очень удобная. Вот. Поэтому вот с этой я селфи-палочкой не расстаюсь. Я буду ее пользоваться. И если вы для себя там ищете какую-то селфи-палку, чтобы в отпуске не просить, как вот многие, ой, сфотографируйте нас там, сфотографируйте нас, чтобы никого не просить, или вы путешествуете, допустим, одна, приобретите для себя вот такую компактную селфи-палку, вот, и пользуйтесь ей, поставили, настроили там себя, сфотографировали, и довольно-таки удобно. Так что я вам вот ее советую. А если же вы хотите для таких вот каких-то вот уже серьезных, как вот там видео, да, чтобы у вас были свободны две руки, здесь у вас будет свободна только одна рука, потому что эта рука будет занята палкой. Но то рассмотрите покупку селфи-палки, которую я вот приобрела сегодня. Она, во-первых, ее можно использовать как селфи, но она немножко погромоще, да, чем вот это вот. А если вот с этой треногой, то она просто замечательна для съемок дома или где-то там каких-то постановочных видео поставили, и вы снимаете. В общем, я покупкой довольна. Пультик вот такой вот. Когда нужно, включили, когда нужно, выключили. И даже когда вы включаете, выключаете, руки у вас свободны, и вас никто не видит, что вы делаете. Так что вечерние вот развлечения начинаются. Вот это красавчики! Вообще танцоры от бога вся! Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной, а я вас обнимаю крепко, целую, и всем вам пока-пока!